которые сейчас видят эту сцену здесь, в городе Красноярск, в представлении не нуждается. Ее творчество – это гармоничное переплетение патриотического текста и современных музыкальных ритмов. Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Здесь останутся только лишь те, кто стремится стать твердым, как сталь. Время и труд подарят медаль. Победит сильнейший, один из миллиона. Это не просто куплет, это путь чемпиона. Ветераны боли больше не надо. Фронтовые баллады по вечерам у дворах. Старики вспоминают с надеждой в глазах. Мама, знаешь, мама.
спасибо, Красногорск. До новых встреч. А мы вас любим, спасибо. Ваши аплодисменты музыкальной группы «Яропол».